зовут Дарья, мне 27 лет. Я работаю в роддоме в отделении новорожденных, а по выходным я пою в церкви. Я родилась в Перми и живу в Перми. Но моя бабушка была с Украины. Они были высланы во время революции. Она была, ну, как бы богата, их раскулачили и прислали в Пермь. Я православная христианка. Я была так воспитана с детства, поэтому это моя жизнь. На воскресный день просыпаюсь, одеваюсь, иду в храм, пою, потом занимаюсь домашними делами. Все. Но я считаю, кто, если родился в какой стране, то он имеет право на ту религию, которую имели его предки. Как-то мне даже кажется, что некрасиво, вот если твои родители, ну, мусульмане или там евреи, да, то как бы переходить из религии в религию, ну, не знаю. Из личного опыта, что они встречаются для помощи людям. То есть во всех религиях надо делать добро. Ну, мне кажется, что русская православная церковь, они особенностью от других. Как-то больше настроены на покаяние, на внутреннюю жизнь. А вот в отличие от католической, они вот больше ходят, допустим, помогают людям. А мы больше занимаемся своей душой, своей. После смерти душа покидает тело и летит к небесам. Ну, и отвечает за свои грехи, если что-то сотворило в этой жизни плохое. А если делала в жизни добро, то получает воздаяние. Естественно, Бог. Еврейская девушка была довольно приятная, красивая, молодая девушка. А мусульманка, так я поняла, что он приехал из какой-то другой страны и здесь еще себя не нашла, потому что как-то, ну, такой не очень был у нее внешний вид, скажем, презентабельный.